Вы смотрите видео об отеле Swander Hotels and Resorts Topkapi Palace. Старое название Wow Topkapi Palace. Ссылку на самые выгодные предложения в этот и другие отели от лучших туроператоров вы найдете в описании под этим видео. Не упустите свой шанс отдохнуть красиво и без лишней переплаты. Обращайтесь к нам за подбором и бронированием тура прямо сейчас. Отель Swander Hotels and Resorts Topkapi Palace, старое название Wow Topkapi Palace, расположен в стране Турция в регионе Анталии и относится к классу гостиниц с числом звезд 5. Регион Анталии, курорт Кунду. Расстояние до аэропорта 17 километров. Территория гостиницы занимает 85 тысяч квадратных метров. Гости отеля пользуются только своей территорией. На территории отеля имеется амфитеатр, магазины, парковка, обмен валюты, 6 конференц-залов, 2 открытых бассейна без подогрева, 2630 квадратных метров и 294 квадратных метра, 1 крытый бассейн подогрев в холодное время года, 140 квадратных метров, 5 водных горок для взрослых и 3 для детей. В номерах есть сейф в номере бесплатно, рум-сервис круглосуточно платно, смена белья 3 раза в неделю, кондиционер центральный, уборка номера ежедневно, телефон, пол, ковровое покрытие, балкон или терраса, телевизор, один русский канал, мини-бар, бесплатно прохладительные алкогольные напитки, по мере использования пополняются ежедневно, набор для приготовления чая, кофе, интернет, Wi-Fi бесплатно, ванна или душ, фен. Номерной фонд отеля состоит из стандарт рум, Family Double X Room, Deluxe Room, Deluxe Family Double X Room, Family Connection Room, Superior Room, Deluxe Family Room, Eco Room. Также бесплатно доступны хамам, джакузи, сауна, мини-футбол, тренажерный зал, настольный теннис, пляжный волейбол. За дополнительную плату имеется доктор, парикмахерская, прачечная, салон красоты, аренда автомобиля, спа-центр, массаж, теннис, водные виды спорта. Для детей есть детская кровать бесплатно, детские стульчики в ресторане, игровая площадка, мини-клуб для детей 4-12 лет, часы работы с 10 часов ровно до 23 часов 30 минут, бассейн, аренда детских колясок платно, няня платно, бесплатные услуги, различные тематические дни 7 дней в неделю, разнообразные игры, курсы и занятия по рисованию, игры в бассейне, детский ресторан работает в зависимости от сезона и заполненности отеля, открытые и крытые детские игровые площадки. Детский ресторан в детском клубе, баночное питание, отварные овощи и мясо, блендер и микроволновая печь. На завтрак в основном ресторане предлагаются каши, собственный песчаный пляж, 2 пирса, шезлонги, зонтики, матрасы, полотенца бесплатно. Есть душевые кабины для переодевания, туалеты, тенты от солнца. Павильоны на пляже, 120 знак доллара, день максимум 4 человека, заполненный мини-бар. Обслуживание официанта, фруктовая тарелка, чайный, кофейный набор. В зимний сезон пляж работает в зависимости от погодных условий. Год постройки гостиницы – 1999 год. Год, когда был сделан последний ремонт – 2018 год. Лобби, стойка регистрации, рестораны, бары, мини-клуб, спа-фитнес-центр. Построен концерт. Ссылку на самые выгодные предложения в этот и другие отели вы найдете в описании под этим видео. Не упустите свой шанс отдохнуть красиво и без лишней переплаты. Обращайтесь к нам за подбором и бронированием тура прямо сейчас.